Nissan Qashqai, у нас сегодня корректировка одометра. Лютый Миша электрик. Сейчас будет снимать панельку. И что делать? Корректировать. Первое, что делаем, снимаем кожух рулевой колонки и козырек. Нет, никаких болтиков нету, ничего, просто все на защелках. Панелька просто выдергивается. Шлепаю вот так вот. Она выдернулась. Пару болтиков всего есть. Здесь защелки, клипсы. Ничего сложного. Разбираем дальше. Четверкой будем мотать. Тоже на клипсочке, да? Не модно там. Не модно это делать? Все модно, дорогостоящее оборудование. Показывать. Мы покажем, как не модно. Мы покажем. Но old school. Но рабочее. Там были клеены, там... Там скотч. Здорово. Продолжаем разбирать. Прямо его вообще всю до основания, да, разбираешь? В принципе, времени немного. Разобрали уже. Что делаем дальше? Купаемся? Дальше нам вот эта микросхемка нужна, память. Можно, да, заглянуть, выпустить. Ух, не успел снять. Что, вот эту вот, тихо, вот эту штучку уже вытащим феном. Быстро так раз. И все. В принципе, почти все готово, да? Да, нет. Ты ее вставляешь, да? Ты ее специально. А, это как она называется? Как это, что ну, типа называется? Адаптер какой-нибудь, не знаю. Это программатор. Сейчас считываем, да? Что вы? Nissan Qashqai. Шел калькулятор. То есть вот ее пробег, да, сейчас? Ну, я около того посчитал. То есть там 851 стоял. Вот. Что делаем дальше? Ну, надо сколько надо. Сколько надо? Сейчас узнаем, сколько надо. Делаем 152 544.
Все, проверили. 152 сделали. Нормально, нормально. Не 250. Так, ну все, в принципе, мы все сделали, да? Теперь в обратном порядке все, да? Угу. Ну все, обратный порядок сборки уже не буду показывать. Припаиваем обратно и собираем. Итого результат покажу. Что получилось вообще? Русские песни. Не вижу ничего. А вот все. 152, 521. А? Вообще огонь получилось. Все, собираем. Ну, все. Огонь. Откорректировали одометр.